что, в церкви всем указывают, что надевать? Все должны носить монашеские рясы и тому подобное. Ага. Рясы. А еще что? Ну, иногда носят ризы и праздничные облачения. Ясно, ясно. Ну, а еще что? Почему тебя это так интересует? Тьфу, да чтоб мне лопнуть. Под рясами что, панталоны или нет? Что? Ну не тяни, говори. Вы под рясами голые или нет? Да какое это имеет значение? Ладно, не говоришь и не надо. Сам как-нибудь узнаю. Ну да. Удачи тебе в этом деле.